На сегодняшний день в России осталось не более 10 банков с сомнительными операциями. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью газете Financial Times. В июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, было почти 1,5 сотни неблагонадежных банков. С тех пор лицензии лишились порядка 280 игроков. Среди основных причин – высокорискованная кредитная политика, участие в отмывании денег и недостоверные отчеты. Также Набиуллина заявила, что российская банковская система сейчас полностью вернулась к прибыльности, которая была до 2014 года.